с народом, мы действуем исключительно в целях, интересах Республики Молдова. И сегодня меня судят Гагаузскую автономию. Сегодня судят статус башканства. Сегодня не судят просто Евгению Гуцу. Если бы не победа год назад на башканских выборах, судебные прокуроры, антикоррупции, они бы даже не трогали бы меня. А сейчас я им интересна, потому что у меня статус, потому что я являюсь башканом Гагаузии, потому что я работаю для людей. И я исключительно придерживаюсь мнения своих жителей. И меня часто спрашивают, жалею ли я о встрече с президентом Российской Федерации, потому что мы все знаем, понимаем, что после встречи с Владимиром Владимировичем Путиным вот это давление просто нереально сильное начало оказываться на меня и на мою семью. Нет, я не жалею. Будет возможность, я еще раз встречусь, потому что этого желает народ Гагаузии и не только Гагаузии, потому что нам нужно сохранять дружеские отношения с Российской Федерацией. Нам нужны партнерские отношения с Российской Федерацией. И на сегодняшний день, разорвав все соглашения с этой страной, страдаем мы. Мы сейчас платим за газ в несколько раз дороже. У нас люди просто в кредитах, в долгах еще не расплатили за квитанции за предыдущий год, когда газ за 30 лей мы платили. Российский газ! Но мы ее закупали через 55 офшорных компаний. И где-то у кого-то, у разных доминаторов, пополнились банковские счета зарубежные. А мы страдаем, а мы в долгах. И у нас каждый день, чуть не ли, читая новости, мы видим, читаем, что у нас люди кончают жизнь самоубийством. Потому что никто не верит, что будет, никто не знает, что будет завтра. Никто не верит в эту власть. Я удивлена, где все провокаторы от Майи Санду, Улари и эти свистульки. Что-то их нету. Наверное, на отдыхе. Не заплатили. Нет, они, наверное, в отпуске заработали хорошо за предыдущее время. И они себе могут позволить и 15-е айфоны, и отпуска, и так далее. Но обычные люди этого не могут себе позволить из-за неграмотной политики этой власти. Спасибо, что пришли. Нам уже, мне уже подсказывают, уже надо идти на очередное судилище. Спасибо. Светлана, вы... Добрый